Второй самый распространенный вопрос про электровелосипеды – сколько он проезжает? На этот вопрос очень сложно ответить. Пробег зависит от множества факторов. Из чего сделана батарейка, какая химия используется при изготовлении аккумуляторов. Потому что скорость разряда зависит, например, от температуры воздуха на улице. Какой у вас велосипед? Чем больше и шире колеса, чем грубее протектор покрышки, тем больше расход энергии на передвижение. Сколько весит человек, сколько весит сам велосипед и какой груз он везет. Ведь чем больше вес, тем больше энергии тратится на разгон, тем тяжелее вести груз. Насколько сильный встречный ветер, насколько неровная дорога, едет ли он в горку или вниз. Чем хуже условия передвижения, тем больше тратится энергии. Ехать по идеально ровному асфальту намного легче, чем по крутой горке вверх. Расход энергии зависит и от скорости движения. Очень важно понимать, что чем выше скорость, тем больше расход энергии. Если вы едете медленно, то тратите энергии меньше и можете проехать, например, 100 км. Если вы едете быстро, то энергии тратится больше и вы проедете на такой же батарейке только 50 или 70 км. Пробег на одинаковых батарейках в разных условиях может отличаться в 2-3 и более раз. Поэтому никто и никогда вам не скажет точные данные пробега. В разных условиях, дальность будет разная, и может отличаться. Также важно понимать, что чем больше вы проехали на батарейке, тем она старее, тем меньше у нее запас энергии на следующие поездки. Аккумуляторы постепенно умирают, их емкость со временем снижается. Также дальность пробега зависит от того, сколько вы потратили на аккумулятор. Если батарейка стоит 2000 рублей, то электровелосипед проезжает 5-10 км по прямой, а потом зарядка заканчивается. Если сама батарея стоит дорого, например 20 тысяч рублей, то велосипед на такой батарее на одной зарядке может проехать и 100 км. И конечно мощность мотора в вашем электровелосипеде тоже влияет на дальность пробега. Мы опять вспоминаем про правило, чем больше и дороже, тем мощнее ваш аккумулятор. Поэтому надо понимать, на какие расстояния и с какой скоростью вы хотите ездить, сколько вы весите и какой вид велосипеда вам нравится. Исходя из ваших пожеланий, нужно подбирать такой аккумулятор, который необходим. Поэтому попробуйте сначала прокатиться на разных типах электровелосипедов и приезжайте к нам на тест-драйвы. А потом мы поможем подобрать оптимальный по цене и емкости вид аккумулятора. Подробнее на сайте velo69.ru.